Жизнь – непредсказуемая штука. Все, чем мы дорожим сегодня, может оказаться таким неважным завтра. А завтра мы можем проснуться совсем не теми, кем мы были только вчера. Вы помните, кем вы были 4 года назад? Какие эмоции вас переполняли? Чему вы стремились? 4 года назад кто-то первый раз посетил Санкт-Петербург. 4 года назад кто-то надолго уехал далеко от дома. 4 года назад кто-то смотрел на своих старших друзей и мечтал стать студентом. 4 года назад кто-то не знал, кем он будет через 4 года. И кто бы мог подумать, что все эти люди – это мы. Каждого из нас судьба разбросала на тысячи километров друг от друга. Но в мире нашлось место, которое смогло собрать нас вместе. И это – вышка. 4 года назад кто-то мечтал сесть за студенческую парту вместе с новым другом. И, конечно же, это случилось здесь. 4 года назад кто-то очень волновался и усердно собирался на свою первую августовскую встречу, которая, конечно же, прошла идеально. 4 года назад кто-то встретил свою первую настоящую любовь в библиотеке за подготовкой к очередной летучке. 4 что происходило с нами за эти 4 года – вышка. Все вместе мы готовились к «Будем знакомы» и не пропускали ни одной репетиции вместе со своей группой. Кто-то всерьез заинтересовался своей будущей карьерой и с радостью выполнял все задания кейс-клуба. Кто-то так мечтал о сцене и оказался там вместе со своими друзьями на конкурсе «Мисс и мистер». Кто-то набрался смелости и пригласил любовь всей своей жизни на ежегодный бал ШЭМ. А кто-то уже на втором курсе начал публиковать свои статьи в научных журналах. Кто-то безумно радовался тому, что стал куратором. Ну, а кто-то не очень радовался тому, что не стал куратором, но зато весь год весело подшучивал над этим. Каждый смог помочь нуждающимся, посетив ежегодную новогоднюю благотворительную ярмарку волшебников. Ну и, конечно же, кто не наряжался в наряды из 90-х и не танцевал до утра на наших шумных вечеринках? Да, после них было сложно идти на работу, а потом на учебу. Но мы справились. Каждый раз, когда ты был не в вышке, ты так скучал по бодрящему кофе из гранолы. И всегда, встречая на улицах знакомые лица, ты так радовался встрече и теплым дружеским объятиям. Ну и в конце концов, кто из нас не волновался, когда защищал свой драгоценный диплом? И каково было облегчение, когда этот шаг остался позади, и ты стал выпускником Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге? Уже сложнее вспомнить, кем мы были 4 года назад, когда столько всего произошло за это время. Важно знать, кем мы стали. Все, к чему мы стремились, с нами. И каким бы сложным ни был наш путь, такую маленькую жизнь не жалко прожить снова. Здесь, в вышке.